Музыкальный театр «Орфей» появился в Перми 15 лет назад. Несмотря на статус любительского, коллектив ежегодно принимает участие в различных конкурсах и фестивалях. 3 года назад на базе театра открылся хор. В его составе 30 студентов, выпускников пермских вузов. Хористы уже презентовали несколько серьезных программ. В основном они объединяют классические произведения. Но есть в репертуаре хора и юмористическая программа под названием «Игра в классики». В ней собраны необычные композиции, классическая музыка Моцарта и современные тексты Энтина. Названия незамысловатые. Эта композиция, например, именуется «Табадабадам». Самое то с такой песни начинать новый день. Заряд бодрости вам обеспечен.